И в оркестрах тоже всяких. Играем в роковых группах, составах играем, там каких-нибудь там панковских, там полу... Не полу, а там, скажем, с претензией там на джаз на какой-нибудь или еще на что-нибудь. Это... Реально это образование, это не то, как нужно думать. Это просто техника, это чисто технический момент. Понятно, что намного сложнее играть ту музыку, которую нужно играть очень точно. Вот. В консерватории учат играть точную музыку, правильную, которую, если сыграть иначе, то это будет извращение. Вот. Но эта точность, она тоже в какой-то мере помогает всем, вот нам в данном случае, вот такому составу. А у меня такой вопрос. Вот вы все в разных коллективах играете, но вот как-то вы раз и вместе собрались. Это что? Это же не просто случайность какая-то? Это случайность. Это случай чего? Это диффузия. Это некое обстоятельство, которое нам не подвластны, от которых мы всегда с удивлением замечаем сами для себя. Боже, как мы могли встретиться? Ну, как мы вообще могли это играть? Но ведь играем сегодня здесь. Играя здесь, разговаривая здесь, в ирландском пабе, мы можем полушутливо, полусерьезно сказать, что мы ирландцы. В некоторых других обстоятельствах что мы родились в Ирландии, например, и ничего фальшивого или, скажем, слишком шутливого в этом не будет. В других обстоятельствах, когда луч внимания нашего или какого-то другого коллектива упадет на Монголию, там, Молдавию, Латинскую Америку или куда-то, это попытки обогатить себя. Каждый момент, если есть энергия, если есть желание, если есть время, мы расширяем себя всеми возможными способами. Один из них – это увлечение ирландской музыкой. И это увлечение привело нас сюда, это дает возможность обогатить нам себя и присутствующих здесь людей, которые приходят иногда отдохнуть, а иногда просто поторчать именно от этой культуры.